Друзья, всем привет! Сегодня поговорим на больную тему. Это подтверждение Google аккаунта. Что делать в ситуациях, когда у вас требуют ввести забытый вами Google аккаунт, логин, пароль от этого всего? Конечно же, мы пытаемся вспомнить, но вот ничего не помогает. Что делать в таких случаях? Сегодня мы разберем один из таких случаев, и я вам покажу одну интересную программку, которая может справиться с такими проблемами. Ну что ж, переходим к компьютеру, и сейчас я вам все покажу. Поехали. Ну а приложение наше называется PassFab Android Unlocker. Мы ее запускаем. И после запуска сейчас я вам расскажу, что здесь нужно делать. На самом деле ничего сложного здесь нету. Смотрите, функционал приложения очень простой. Здесь есть всего лишь два окошка. Далее здесь у нас Facebook. Три полосочки, здесь можно язык поменять, приобрести аккаунт, руководство, поддержка, обратная связь. Если у вас возникли вопросы, всегда можете обратиться, ну, проверить обновление там журнала и о программе. Итак, что у вас случилось? Если вы забыли пароль от экрана блокировки, то есть у вас там какой-то новый пароль, и вы не помните, и не можете попасть в телефон, тогда вам поможет этот пункт. Если же, как в нашем случае, удалить блокировку аккаунта FRP, то нам нужен второй пункт. Для этого нам нужно зайти сюда. Здесь, смотрите, написано «Подключите телефон к компьютеру». Нужно его подключить, что сейчас я, собственно, и сделаю. Итак, смотрите, я подключил телефон к компьютеру. И, значит, посмотрим, что сейчас скажет нам программа. А мы видим, что программа определила наш телефон. Пишет, какая у нас модель, A307FN, отлично. И далее нам пишут снять блокировку Google. PassFab Android Unlocker может снять блокировку учетной записи Google на всех смартфонах Samsung. Примечание. Да, есть примечание. Подключите к компьютеру только то устройство Samsung, на котором нужно снять блокировку активации. И убедитесь, что ваш смартфон подключен к Wi-Fi. Это обязательное условие. После этого нажимаем на «Начать удалить». Перед запуском убедитесь, еще раз нам повторяют, что телефон ваш подключен к Wi-Fi. Друзья, ну вот мы можем наблюдать, что мой телефон подключен к Wi-Fi, так что все хорошо. Нажали «Начать удалить» и идет удаление аккаунта с нашего телефона. То есть, как видите, все это происходит вообще очень быстро, легко и круто. Несколько раз у нас происходит отсоединение, подсоединение, поэтому к этому нужно быть привыкнуть. Вот смотрите, у меня телефон начал включаться, мы ждем. Я, наверное, сейчас вырежу этот момент, чтобы мы долго с вами не ждали. Ну что, прошло уже минут 10, давайте мы запустим телефончик наш. И как мы видим, все работает, то есть аккаунт удаляется вообще на раз-два. Приложение крутое, ссылочка на него где? Ну понятно, что в описании под видео. Ну а вы влепите большой, толстый, жирный лайк этому видосу. Всем спасибо за внимание, пока.